это знаменитый Тадж-Махал, к которому мы все-таки добрались. С большими трудностями. Я забыла паспорт. В результате нам едва-едва с большими трудностями продали билеты. И, в общем, мы здесь. Гулять по Тадж-Махалу в это время года вообще невозможно. Сюда ездят только в октябре, в ноябре и феврале, когда не так жарко. Сегодня примерно 47 градусов. Жара страшная, просто никакой радости даже от этого нету, что ты попал в такое святое, священное место, потому что очень тяжело, ну, вообще такое ужасное состояние. В общем, ну, народ все равно едет, народ все равно посещает это место. В год посещает 5 миллионов человек, из них всего лишь 200 тысяч туристов, таких как мы, а 4 миллиона 800 тысяч – это местные индийцы. Мы посчитали, что если вот при таком обороте будет постоянно посещать, то через 20 лет посетят все индийцы, но за это время нарастет новое поколение. И опять придется по новой посещать Тадж-Махал. Короче, он никогда не будет пустым. Постоянно в нем будет здесь народ. Пустовать он не будет. Всем привет из Индии!